Привет, привет. Сегодня у нас сейчас в последнее время началось вот такое все, потому что, во-первых, это уже декабрь, ближе к Новому году, во-вторых, что посъезжались мои девчонки, и каждый что-то тянет домой. То одна что скупилась, то вторая что скупилась, то Коля что-то домой привез. Поэтому у нас весело, есть что вам показывать, показываю все подряд. Короче, так. Вон, у нас оно уже, понимаете, вот, пожалуйста, принесли уже колбасы, нет. Короче, не успела я ничего. Значит так, это Светкины покупки. Сегодня она была у нас где? В Эпицентре. Она купила наконец-то фильтр для маленького чайника. Вот. Потому что Коля так большой фильтр никак установить не может. Вот. Значит, она была сегодня в каком-то еще магазине. Откуда этот чек? Коль. Ну, там же написано, наверное, где-то. Я не знаю. Вон сверху, смотри. Где? Великоперспективный магазин 2-2. Блин, Света, где це воно? Где це? Ты в каком магазине была? Что? В каком все-таки магазине ты купила вот этот вот миксер? Витек. Великоперспективный, это где у нас? Фокстрот или Эльдорадо. Ну, короче, Света где-то была и даже не знает, где она это купила. В общем, купила вот такой вот миксер. У нас есть... Я везде была, я и там, и тут. Да, у нас этот самый, получается, есть целый этот миксер такой большой и все остальное. Но она говорит, из-за того, что там один венчик, ее... То блендер, а это миксер. Короче, в общем, ей нужно вот такие, чтобы были две штучки. Для того, чтобы пушистенькие были там эти взбивалки. Она... Ну, что ты смеешься? Она у нас этот повар-кондитер по образованию. И она вот делает всякие там вкусняшки разные. Очень редко, но метко. Вот. И поэтому пошла себе, купила вот такой вот Витек. У нас фирма вот такая вот. У него даже гарантия есть. Купила она за 429 гривен. Вот такую штуковину. Вот. Так, Ева, Рэм, а ну успокоились. Еве надо срочно погулять, понимаете, когда мне нужно снимать, ей нужно срочно погулять. Это значит, она в одном магазине скупилась, да. Потом в Эпицентре она купила вот такой вот фильтр, «Наша вода» называется. Это маленький чайник, у нас просто обычный чайник, мы с крана набираем воду и вот через такой фильтр фильтруем, так сказать. И где это у нас? Вот с Эпицентра чек, я сейчас вам скажу, сколько он стоит. А, и лопатку вот такую она в Эпицентре купила. Лопатку она купила 42,78. Что купила? Потому что моя же... Все же помнят, да, это видео? Когда сломалась моя лопатка. Вот, как вы видите, это моя старая лопатка. Вот новенькую купила за 42,78. 42 гривны 78 копеек. Вот такую лопатку она купила. А фильтр все-таки сколько же стоит? Где оно написано, Николай? Я не бачу. Сверху. Картридж «Наша вода», вон, 88 гривен. 88 гривен, 98 копеек. 89 гривен получается вот такой вот картридж. С ума сойти. Да, но его на самом деле очень надолго хватает. Мы прошлый купили, ну мы, кстати, тоже за 70 в прошлый раз брали. Он не надолго... Не, а не 50? Не-не-не. Тогда был еще. Нет, мы уже тогда за 70 брали. Вот, мы это самое, не намного подорожало, надолго его хватает. Так, это то, что в Эпицентре, да? Так, пошли дальше. Что там, да, Света в Сельпо покупала у нас? Это Сельпо, да, чек? Угу. Так. Она купила... Ничего. Написано, что скупилась на 124... Или на что? А, на... Ну, вон, пакет. А, на 75... Пакет купила. На 75 гривен 40 копеек купила пакет, да, Света? Ну, читай сверху. А, банан купила она. Бананы купила. Вот, на 25-38. Да, за килограмм сейчас такие бананы у нас... сколько? 22,99. Да, чуть-чуть больше килограмма. Килограмм 104 грамма у нас получилось на 25-38. Вот такие, ну, довольно-таки неплохие бананчики. Вот. Уже, по-моему, один кто-то слопал. У нас, я же говорю, у нас так получается, что раз-два и ничего уже нету. Так что очень даже так. Ага, цибуля. Даша, а ну убери. Подожди, мы еще. Дай доснимаем. Так, цибуля. Цибуля это у нас получается лук. Лук. Да. Лук купила по 18,99. Это сейчас у нас очень подорожал лук. Вот. И.
Вот видите, вот скажите мне, пожалуйста, как, вот как здесь можно работать? Вот как здесь можно снять хоть что-нибудь? Знаешь, бардак в последнее время полнейший. Вообще, вот так вот все, кавардак. Так, ну зато весело, зато весело. Значит, лука взяли на... 22,03. Да, килограмм 160 грамм, это буквально тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 штучек. 6 штук лука у нас вышло, ого, на 22,03. То есть, ну это как бы дорого. Это как бы очень дорого на сегодняшний день. Лук у нас, не, я не помню, что у нас так дорого стоил лук. По 6 гривен, да, вот? Не знаю. Средняя цена. Вот мы летом покупали лук, мы мешок вот этот брали, вот такой мешочек. Ну да, обычно мешком берем. Да, за 6 рублей мы брали лук. Поэтому я же говорю, это капец какой-то. Так вырос лук, это, то ли негде хранить, то ли я не знаю, что не так, это самое. Вот. Да. Так, дальше, что она еще купила? Чеснок. Нет, чеснок она уже купила в АТБ. Ага. А киви? Тоже? Цибуля, и вот написано цибуля и банан, она только купила в этом. И киви. И киви? А, вот киви, точно, вижу киви. Киви, киви, 25,99. Вот эту штучку она купила за 25,99. Вот. Даша, я сейчас снимаю видео, можно, может это все подождать? Обзор вообще-то снимается вот, вот так вот, чтобы люди снимают по-человечески, а мы снимаем через не пойми куда. В общем, короче, мы молодцы, как всегда. Так, что у нас вышло по АТБ? По АТБ у нас вышло чеснок. Чеснок у нас, вот он, где он? Вот этот чеснок. Кстати, чеснок нормальный, плотненький, не пустой. Хороший, мне очень даже нравится. У нас весь закончился. Значит, 688 грамм вышло чеснока. На, по 45,69 сейчас килограмм. 45,69. Вот этот пакетик вышел на 31,43. То есть тут нет килограмма, 31,43. Ну, я вам скажу, что чеснок, так как мы любим во все добавлять, вот, поэтому это очень-очень нужно. Да, классно, я все серьезно. Хороший чеснок и нормальная цена, слушай. Да, мы летом его брали по 40 гривен. Да, мы летом брали по 40 гривен. Вот это сейчас, я помню. Сейчас, а мы прошлой зимой перед Новым годом брали чеснок по 90 гривен. 90, да, да. Блин. Может, он еще подорожает, а? Можно набрать его. Да, надо это вот взять обязательно. Завтра заедешь, если завтра поедешь, возьмешь в АТБ чеснока. Потому что вот сейчас новогодние праздники, это обязательно нужно взять. Это очень недорого, 45-69. А на все новогодние, и на холодец, и на всякие капустки-мапустки, и на все на свете надо чеснок. Поэтому нужно взять обязательно. На корейские всякие вот эти заправки. Очень, ты что? Чеснок нужно взять, это вообще классно. Вот видите, они никуда не выезжают, зато все знаю. Так, вот. Вот эта колбаса, ну тут было больше ее, ну, чуть-чуть больше. Вот да? Так вот, было больше. Значит, Света сказала, что по скидке она ее хорошей взяла. Здесь была палочка в 500 грамм, эта палочка 21,90. Вот на запах она очень даже, ой, прям, знаете, приятная. Прям мясом, да? Ну, пахнет, да, приправой мясной. Вот. Ну, то есть, как бы для бутербродов горячих очень даже ничего можно брать. Палочка 21,90. То есть, нормальная цена. Так, и взяла она цукерки своей линии. Это конфетки. Своя линия, это АТБшная линия. У нас такая вот. Она взяла этот пакетик на 19,38, а за килограмм 56,35. То есть, 56 гривен. А они тоже по акции, вот коровка. У нас Коля такие любит и Света такие любит. Коровка. Они белые внутри, да? Угу. Вот они. Сладкие-сладкие. Сладкие-сладкие, короче, белые-белые. И с ватненькими такими маленькими. Да, вот на 19 гривен получается вот такой вот, вот пакетик. Коровки. Ну, так. Там чуть больше было, я уже две съел. Ну, я же у нас всегда чуть-чуть больше, но уже кто-то когда-то успел съесть. Ну, в принципе, вот так вот как-то. Да. Вот как-то вот так, но я вам не могу вообще сказать стоимость, потому что получается там съели, там это, вот могу сказать за то, что здесь с АТБ 123 гривны. Вот, вот практически ничего. Минус 50. А? Минус 50. Почему минус 50? А, минус 50, она что-то там себе еще взяла. В общем, 100, ну короче 90 гривен, вот так вот может быть сказать, вот такая вот покупочка. Так, ну в общем... Вот это у нас принесло Света в нашу общую кормушку. Так что так. Так, ну а что у нас? У нас что? У нас вечер. У нас вечер.
Завтра нам идти на день варенья. Вот, не знаю, как мы там, мы пойдем, не пойдем. В общем-то, хотелось бы, конечно, сходить куда-нибудь, выйти, прогуляться. Вот, ну, будем посмотреть. А чеснок, да, чеснок надо взять. Надо чеснок, брать. Да, да. Меня вообще девчонки так сбили с мысли. Я же говорю, кавардак такой. Как раз под вечер все сошлись. А сегодня получается так, Коля уехал на работу. Дашка еще раньше уехала по своим делам. К бабушке ездила в гости. Вот, это, а Света потом в обед где-то уехала. И вот сейчас вечером все одновременно съехались, понимаете, вот так, так, так вот. Поэтому я же говорю, что у нас такое бывает, что нема-нема и Новый год, как называется. Поэтому вот как-то так.